Пошло. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы опровергнуть некоторые слухи, которые дошли до меня после моего выступления на Украина Май Талант. Некоторые утверждают, что в перчатках, когда я забивал гвозди руками, была подложена какая-то металлическая подстилка, либо еще что-то. Сегодня я докажу, что ничего нет. Мне просто нет смысла никого обманывать. Я в первую очередь занимаюсь этим для себя и показываю всего лишь то, что я умею. Ни больше, ни меньше. Сегодня я буду забивать вот этой вот рукой. По-моему, самое настоящее. Вот эти вот гвозди. Тоже, по-моему, настоящие. Ну и доска. Настоящая, не пенопластовая, там, не обычная деревянная дощечка. Итак, попробуем. Смажем руки, чтобы не было. И попробуем забить. Рука настоящая, ничего не подложено. Давайте еще один забьем. Гвоздик. Рука настоящая, ничего не подделан. Мягкая, очень больно. Ну, в принципе, вот так. А завтра мы уже выезжаем на Украина Май Талант. Если у вас будет желание, можете нас поддержать, проголосовать. Если вам понравится, конечно, наше выступление. В общем, следите за эфирами, ждите нашего выступления. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте.